Яна Поплавская стала гостем YouTube-шоу «Алена, блин». В интервью журналистке Алене Жигаловой актриса прокомментировала фразу «отрыжка поколения», которую она ранее кинула в адрес певицы и телеведущей Ольги Бузовой. По мнению Поплавской, Бузова из тех людей, которые сделали что-то на 3 копейки, а потом требуют, чтобы их называли звездами. Актриса отметила, что в России есть много талантливых людей, которые заслуживают вливания денег больше, чем бывшие ведущие «Дома-2». Человек не обладает даже 2 извилинами. Талант, как звезда, горит. Это Господь Бог половником отливает таланты людей. Тут же даже 2 капель не накапали. Когда включается фонограмма, то это вой раненого морала. Это же нужно было так посмеяться над обществом. «Давайте из бездарной девушки сделаем звезду», — заявила актриса.